Дороги на дожде. Руководитель Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский жалуется на рекламные щиты, заполнившие столичные тротуары. По его словам, носители рекламы сильно мешают пешеходам. «Меня очень раздражают рекламно-информационные столбы. Сам столб тонкий, на его основании занимает треть тротуара. Реклама на таком столбе занимает в 5 раз больше площади, чем полезная информация. А рядом стоит свободная от рекламы информации столб уличного освещения», – рассказывает Александр. Оказывается, не одна Москва страдает от подобных проблем. У нас в Воронеже такого добра тоже хватает. Тумбы, переносные щиты, пишет NexAttaku. В Петербурге то же самое. В центре я думал, что только мне одному это не нравится. Улица принадлежит городу, что захотим, то и поставим. Кажется, ваш Лужков это сказал, вспоминает All Lion Osprey. Актер Сергей Безруков, особо обсуждаемый в последнее время в связи с возможным исполнением роли Высоцкого, продолжает сниматься в других лентах. В сообществе Ridus News появился репортаж со съемок фильма «Охота на крокодилов» в Таманской дивизии. По словам Безрукова, этот фильм о разведчике, а точнее о нелегкой профессии разведчика. Все образы в фильме собирательные. Чтобы актеры не переигрывали, за ними на площадке следят люди, которые недалеки от этой профессии. По-моему, будет красиво, а главное правдиво. По сравнению с фильмами про Джеймса Бонда, здесь больше реальности, больше правды. Так рассказывает о новой картине сам актер. Жаль, что роль Гитлера не дали Безрукову. Очень жаль. То ли шутит, то ли и правда сожалеет, а редут. Поправился Сережа, это хорошо. А то совсем уже в доходягу превращался. Хорошо, что живой, иронизирует пользователь дядя Яша. На фото с Безруковым катастрофически не хватает березок. Глумится Дэр Шпак. О вопиющем случае в саратовской школе рассказывает местный блогер Хэл Иванова. Речь идет о попытке увольнения Николая Кузькина, директора лицея номер 37, которая случилась сразу после того, как прошли выборы в Госдуму. За низкий процент на выборах в опалу попал директор Николай Кузькин. В день выборов в лицее располагалось 2 избирательных участка. На одном «Единая Россия» набрала 38% голосов, на другом – 47%. После выборов Николай Петрович был приглашен к заместителю главы администрации по социальной сфере Фрунзенского района Людмиле Сафоновой, которая предложила ему написать заявление об увольнении по собственному желанию. Он отказался, приводит подробности автор поста. Если директор хороший и выстоит, в таких делах важнее всего 2 вещи – гласность и официальность, советует Эсковирт. Что у вас там, совсем сприндели? Хотя у нас назначены досрочные выборы мэра, ибо тоже не справился. Город только 30% ядру подарил. Но за мэра никто на баррикады не лезет. С радостью переизберут, делится историей из Таганрога Маруся 11. Выходите на улицу, только согласуйте митинг. Толку от того, что вы все сидеть будете 15 суток, нет. Все в рамках закона, но чтобы вас было видно и слышно, советует Аэрошик. На этом у нас пока все. Обзор блогов подготовлен агентством гражданской журналистики «Ridus». Блоги на дожде. Алекс Экслер обнаружил очередное наставление от главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Последний предостерег россиян о встрече с птичьим пометом. Заголовок, на который ссылается Экслер, полностью звучит так. Онищенко, двоеточие. В Новый год нужно избегать контакта с птичьим пометом. Онищенко в очередной раз прекрасно прогнал. Я так думаю, он специально такой отрыв башки. Без его перлов было бы не так весело. Его специально держат, чтобы веселить нас, простых русскоязычных россиян. Уверен популярный блогер. Текст для заголовка журналисты придумали, а не Онищенко. Так сказать, преподали в нужном свете. А Онищенко по большому счету прав. Ничего со всяким пометом контактировать, особенно на Новый год, оправдывает врача Глуми Фэллоу. Прочел заметку, вполне разумные советы. А как журналисты умеют сочинять заголовки, не мне вам объяснять. Соглашается с ним Море Дирака. Немного солнца в эту зимнюю пору дарит читателям блогер UVV1. Он публикует подборку ярких фотографий Лос-Анджелеса, которые называет «Здоровенной деревней у океана». Здесь ничего не происходит. Тихо, солнечно и до уныния безмятежно. Детишки, зелень, ну и, собственно, все. Это и есть Лос-Анджелес. По крайней мере, большая его часть, она такая. Ну, еще пальмы есть. Вкратце описывает город автор поста. Неожиданный взгляд на LA. Почему-то раньше воспринимал его по-другому, одним из столпов Америки. Но зарисовка
и личное восприятие впечатляет, удивляется пользователь, пожелавший остаться анонимным. Как бы я хотела оказаться в таком теплом, спокойном месте с любимым человеком. Вот спокойствия и никуда не торопливости мне очень не хватает. И тепла, мечтает Анюта Скорпик. Первое фото похоже на трассу в гоночной игре Need for Speed. Теперь ясно, откуда они пейсажи берут. Фото красивые, радуется пользователь Белая Ворона. Весьма необычным можно признать пост пользователя под ником Макос. Он подробно рассказывает о республике Адыгея и о том, как делается легендарный сыр с одноименным названием. Есть репортажи немного о том, как производят сулугуни, копченый сыр. Далеко не все жители нашей страны знают, где находится Адыгея. Но адыгейский сыр знают и любят даже двоечники по географии. Больше всего его в станице Тындуковская. Сама станица ничем не отличается от сотен других, и если просто проезжать ее мимо, никогда не догадаешься, что именно эта деревня столица адыгейского сыроварения. Начинает свой рассказ блогер. Шикарная экскурсия. Больше всего поразило то, что косички заплетают вручную. Побежал за сыром. Делится впечатлениями Ватасан. Слюнки потекли при взгляде на копченый. Признается Хатап 81. Интересно было бы сравнить с домашним производством. Там, наверное, не настолько все автоматизировано. Предлагает Маринелла 29. Ну а на этом у нас все. Обзор блогов подготовлен агентством гражданской журналистики «Ридус».